Коллеги, Омский край на проводе. Рядом со мной новый интересный спикер. Давайте представим ваш продукт. Меня зовут Анатолий. Мы являемся производителями лепешки ротти. Это индийский национальный продукт, хлеб. Вот, производим в городе Омске. Вот такая вот замечательная упаковка. Два вида. Обычная и зеленый лук. Вот, в упаковке находится 5 лепешек. Общий вес упаковки 450 грамм. Соответственно, каждая лепешка это 90 грамм веса. Вот. Готовится без добавления масла, прямо из морозильной камеры, без предварительной разморозки, на жарочную поверхность, 2-3 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки продукт готов. Может быть как самостоятельным блюдом, так и основой для многих блюд, в том числе и для пиццы. Здорово. А как в Омске вдруг пришла идея сделать национальный индийский продукт? Наверное, вот простота, сытность и качество. Вот почему вдруг закралась такая идея? На самом деле, да, нас подтолкнула сингапурская лепешка. Вот, мы ее продегустировали, попробовали, да, нашли оборудование. Оборудование, технологически очень сложный процесс изготовления, да, то есть продукт содержит сразу масла. То есть, почему и, ну, готовка идет без добавления масел. Вот, оборудование длиной 50 метров. Вот, специально купили и производим. Сейчас активно продвигаем на российском рынке, также интересны страны ближнего и дальнего зарубежья. Продукт востребован как в канале Хорика, так и в ритейлах. Главное... Приходите, на выставке мы присутствуем, приходите на дегустацию, будем рады вас видеть. Спасибо большое, пожелаем вам удачи нашей выставке.